Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает, закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше виде люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Мелитеховский? Джек, это явно секретная штука для военных учений. Откуда она у тебя? Это Тибак. Она чутка поменяла там кое-что в коде. Зачем? Она типа крутая? Не. Просто оно было не очень в ее духе. Сам увидишь. Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для отдачи мне основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля! Пошел, пошел, пошел! Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие! Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. Да.
быстро! Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и пойдем дальше. Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи! Погнали. Взрывай гранату. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну что ж, мудрый командир привел тебя прямо к победе. Займи место на подиуме. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Ты приглашения ждешь? Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью.
В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Не высовывайся, Ви. Смотрел вирты про ниндзя? Стань невидимым. Супер, молодец. В следующую зону. Теперь то же самое, только с камерой. Любуешься видами? Отлично размялись. Встань на платформу, чтобы выйти из симуляции. Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать твои удары. Теперь сбросим скорость. Надо будет не бить, а блокировать. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Ты прошел путь дебилов, мой юный ученик. Мне больше нечему тебя научить. Настало время пройти последнее испытание. Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч.
Нет, нет, нет. Давай сначала. Соберись, Ви. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Смотрю, ты совсем освоился. Давай на платформу. Удачи, Ви. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она, наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги.
А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Не тормози, Мано. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Сам бы лучше не сделал. Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Пиздяки ебучие. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. Точно не хотим. Нам больше некуда идти. Баб, что у тебя по плану? В его комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою.
дверь открыта. Будьте внимательны. На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, ты это? Стой на стрёме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, эссе! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэра, эссе! Выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Станем входа!
Мэрио! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов, норадреналин 110 миллиграммов, фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсас. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи и забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Город как город, только большой. Нет, Мано, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гаттлви. Не нравится ли это? Совсем не нравится. Это они! Ихос де Бута! Дави на газ, Джеки! Давай, Вит! Не могу! Веди нормально! Мерда, пардон! Попались, мрази! Чингаду! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой.
let the check in my Nike, the check, I am different, that boy be something else. Yeah. They ain't no stopping the way that I'm popping, got bars like I'm naughty, got bars like they caught him with cars like they nothing today, I'ma crash it, tomorrow I'm copping. I stay with the leaders, sipping with my leaders, all of y'all be tripping, I be tripping with a diva. I'm gonna ride it, they calling me, iPhone, I go with a dollar beat. Nothing and nobody stopping me, one way or the other, I get what I want, no. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный, даже. Коттер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Стреляй давай! Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Тайк, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет, мистер. Передам. Айлоек. Этот город дрожит от желания. Уотсонская шлюха. Новые серии каждую среду в 10. Только на WNS. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колвер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических эмоций. Ну, как жизнь, красотка? Звол. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие пользователи. Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают.
начальник. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. К другим новостям. Ханака Арасака прибыла сегодня утром в Найт-Сити.